За президентскими выборами в Азербайджане проследят 888 международных наблюдателей. Они являются гражданами 59 стран. Помимо международных экспертов, в Центризбиркоме и окружных избирательных комиссиях зарегистрировано свыше 58 тысяч местных наблюдателей. Процесс регистрации наблюдателей уже завершен. Из зарегистрированных наблюдателей 2000 прошли регистрацию в ЦИК, а остальные 56 тысяч в окружных избирательных комиссиях. Те, кто прошли регистрацию в ЦИК, имеют право следить за ходом выборов по всей стране. В целом, наблюдатели смогут свободно следить за процессом в день выборов и в последующие дни. Наблюдатели, проходившие регистрацию в окружных избирательных комиссиях, представляют 12 политических партий и 65 неправительственных организаций. Свыше 13 тысяч граждан добровольно подключились к процессу наблюдения за выборами. Помимо этого, за ходом голосования можно будет следить и через интернет. В 1000 избирательных пунктах настроены веб-камеры. С помощью этих камер любой желающий в любой точке мира получит возможность наблюдать за избирательным процессом. При настройке веб-камер был учтен тот факт, чтобы они охватили всю страну. То есть по 119 избирательным округам камеры настроены в 1000 пунктах. В остальных же 6 округах такой возможности нет, так как эти округи охватывают оккупированные Арменией и азербайджанские районы. Президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля. На пост главы государства претендует 8 кандидатов. Сулейдин Багиров, Орхан Бадалов, Рауф Кусейнов, CBC.